Так, Сережа что-то тут уже сорвал. Ах, какой. Что за зверь, я не знаю. Покажи, что у тебя за зверь. В общем, это еще какое-то одно необычное растение с таким вот плодом. Смотрите, как оно свисает свои ветви. Вот на вид издалека похоже на наш горох. Но мы думаем, что это не горох, так как сами плоды, они очень длинные, это сантиметров 25-30. Интересно, что это такое? Вот бы знать. А давай покажем, что у них внутри. Сейчас мы вам покажем, что у них внутри. Может, это их не горох такой, в самом деле? Такой, может быть. Опа! До крови. До крови, очень острая. Так, давай, давай. Не раскрывается. У-у-у. И что там? А там цветок какой-то. Какой-то цветок. Это не знаем даже. Очень много семечек. Семечек. А что это? Ствол какой-то, да, внутри идет. Вот это вот. Это какой-то тут ствол. Не знаю, едят его, не едят. Что это вот это такое? Кто знает? Напишите нам. Но это явно не цветок. Это какой-то страшный овощ или что это. В общем, держи. Да ну нафиг, выкинь.